Свели дебет с кредитом. Сегодня областные депутаты вновь обсудили бюджет 2016 года. Он был заложен с профицитом в 13 миллиардов рублей. Это своего рода финансовая подушка безопасности на случай новых непредвиденных расходов, таких, какие принес весенний паводок. К тому же немалых финансовых вливаний требует реализация программы сотрудничества. В ее рамках только на формирование уставного капитала государственной страховой компании «Егория» область выделит более 4 миллиардов рублей. Стартовали мы весьма неплохо. Годовой план по доходам за первый квартал исполнен на 30%. При этом 35% уровень исполнения по основному доходному источнику налога на прибыль организаций обусловлен тем, что в том числе были разовые поступления за счет переоценки курсовой разницы активов.